Первыми вакцинацию от коронавируса уже прошли 150 анапских врачей. Вчера горбольница получила последнюю в этом месяце партию препарата. По словам медика, в следующем году вакцин будет намного больше. В край планируют направить 200 тысяч, поэтому поставить прививку смогут не только работники здравоохранения, но и учителя, полицейские, сотрудники МФЦ, социальной защиты, администрации и других структур. На протяжении последней недели у нас не увеличилось количество вызовов на дом, не увеличилось количество вызовов скорой помощи. Приблизительно одинаково идет количество лиц, которые госпитализируются в провизорный госпиталь. Ситуация можно характеризовать как стабильно напряженной, но радует то, что не идет дальнейший рост. То есть те меры, которые принимаются муниципалитетом, они все-таки свой эффект имеют, и мы надеемся, что все-таки дальше этот рост не будет продолжаться. Сейчас продолжает работать анапский ковид-госпиталь. Кроме того, больница продолжит сотрудничество с частными клиниками. При выявлении подозрительных на инфекционные заболевания вы также должны оставаться дома, не выходить на работу, а обратиться в поликлинику и вызвать врача, сообщить, что вы контактны с COVID-19, для решения вопроса о выписке вам справки больничного листа и так далее. Все контактные получают уведомление от Роспотребнадзора, что они должны находиться на изоляции 14 дней. Кстати, тестирование на COVID-19, медицинские обследования и прием пациентов будут проходить и в новогодние праздники. Взрослые и детские поликлиники работают в штатном режиме, кроме 1 и 7 января. Рейдовые группы будут выходить на патрулирование города ежедневно. Управление торговли и Роспотребнадзор совместно с полицией и казаками проверят все кафе и рестораны курорта. В период повышенной готовности все массовые мероприятия остаются под запретом. Также оперативный штаб проработает организацию обсерваторов для гостей курорта, у которых есть подозрения на коронавирус. Этим вопросом займется руководство городской больницы, специалисты Роспотребнадзора и мэрия Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.